Вот это поворот. Причем не только на дороге. Женщина, которая сегодня сбила пешеходов в Химках, оказалась директором детского сада. По словам автоледи, она зацепила зеркалом общественный транспорт, который ехал в крайней правой полосе, после чего тормозную систему машины заклинило, и автомобиль вылетел на тротуар. В результате аварии погиб пешеход. Еще один пострадавший был госпитализирован. Сейчас женщина отпущена под подписку о невыезде, что стало реальной причиной произошедшего, видимо, установит следствие.